Короче, у меня тут ебать скучная жизнь, но когда я ворую какую-нибудь технику, это интересно. Как это все вывозить и собирать? Да я залетаю, короче, в брошенные дома, вскрываю гараж. Бля, там мотоцикл хуйкаю, пытаюсь как-нибудь завести, если завожу, угоняю на. А зачем ты это делаешь? Ну, потому что, во-первых, надо как-то транспорт здесь искоренять, нахуй, потому что мирные могут ехать к своим по тихой грусти, нахуй, и передавать, что происходит в деревне. Потому что здесь процентов 20 где-то населения, вот это все деревни, мирные жители, остальные все мы. Ну, это во-первых. А во-вторых, просто прикольно, ебать, безнаказанно гонять по улице, нахуй, учиться водить всякую хуйню, как нихуй делать. Играть в GTA, стрелять там по курам, нахуй. На машине разобрался недавно. Вчера на скутере. Нормально.